Какие новости в Инстаграме могут быть? Ну, так вот. Но люди называют это лентой новостей. Вы не замечали, нет? Лента новостей. Ну, то есть там новости, там приматы, ну, как бы это все равно, что фотографировать, вот просто этот, как его, посадить в вольер и фотографировать. Новости, ну, вот, ну, новости, и сегодня новости, и завтра новости, и после. Дом 2, вот, вот оно такое, как бы, во, замкнулось. И я просто подумал, что вот когда мы говорим про информационную псевдодебильность, конечно, про это можно говорить с точки зрения уплощение дефолт-системы мозга, да? Делегирование функций, когнитивных функций гаджетам. Да?